Всем привет, мои хорошие, с вами я, Светлана Атта, и сегодня очередная распаковка посылки от Ватсона. Я получила ее как раз на 1 января, Новый год. Вместе с вами распакую. Мои хорошие, Ашким тоже не терпится, что же там внутри. Но я распаковала посылочку и начинаю. Значит, вот такие вот у меня дневные. Очень хорошая вещь. Так, цены. Взяла такой вот с кератином шампунь для гостей. У меня другой. Для гостей, гости не... Вот такой взяла Ашкиму Тизадор. Антидепрессант. Такой взяла для меня. 50% и 70% скидка. А, это зубная паста. Уголь. Диш паста. Привет. Черная с углем. Будем отбеливать зубы. Новая сейчас. Вот такие вот масочки все взяла для моих волос, которые я сожгла, к сожалению. Буду лечить. И кетаны. Две штуки. И кетан, бер, и кинджи хедияшки. Вторая подарок. Представляете, акция перед вами. Вот такую взяла маску. Маску взяла вот такую. Для волос. Это идет вместе с этой серией. Очень мне понравилось. Я до этого взяла спрей. Мне понравился очень. Так, и взяла такую тушь. Она 100 лир. Но сейчас скидка. И Нивея крем йог. Вот такое вот взяла я. Тушь. Покажу, какая. Знаете, тут... Посмотрите, какая кисточка. Вот, сейчас... Видите? В общем, самая-самая хорошая новинка. Ну все, мои хорошие, больше ничего нету. Пока-пока. Доброе утро всем, мои хорошие. Как я начинаю утро? Вот я делаю коктейль, такой выжимаю сок из этих ингредиентов. Это грейпфрут, это Вашингтон и гранат. Сейчас я вот на моей этой соковыжималке выжму перед завтраком, можно за пару минут. Как это делается? Видите, натуральный сок. Мы с мужем, наверное, за неделю 2 килограмма выпиваем, потому что каждый день я делаю и не только себе, и моему супругу, моему Ашкиму. Я начала ходить на зумбу. С тех пор я пью и молочки на этот сок. И также покажу вам, я приспособилась и гранат. Вот почти ничего нет, вот так вот. И потом выливаю. В общем, сейчас все надо выложить. Вот такой сок мы пьем со Ашкимом. Приятного нам аппетита. Мои хорошие. Мои хорошие, я говорю, что у многих аллергия от этого слова. Мои хорошие. Друзья мои, уже боюсь говорить, хорошие. Всем мои привет. Хорошие. Мы идем в гости гулять. Едем в лифте с Ашкимом. Татьяне. Ашкима. Посмотрите, какой красивый лифт. Новостройки. Очень красивый. С Ашкимом едем в гости. Не могли, нажимали на кнопки и никак не могли открыть, пока хозяин дома не приехал, нас не посадил. Посмотрите, какой красивый подъезд в этом доме. Вы видите? Сейчас я вам покажу это снаружи, как выглядит этот дом. Находится этот дом в районе Сули. Сейчас, конечно, вы ничего не увидите. Один день я приду к днем и покажу, насколько красивый. Дом огромный, ничего не видно. Но очень красивый район.
Всем доброго утра и прекрасного понедельника. Понедельник сам по себе тяжелый, а у меня наоборот.